Резидент Садыр Джапаров в городе Чолпон-Атай Сыкульской области принял министров иностранных дел государств Центральной Азии. Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана Мухтар Тлеубердзи, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана Владимир Норов, а также чрезвычайный полномочный посол Туркменистана в Кыргызстане Шадурды Медеров. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам расширения двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия. Глава государства подчеркнул, что углубление взаимовыгодного сотрудничества с ближайшими соседями Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном является одним из приоритетов внешней политики Кыргызстана. Как подчеркнул Садыр Джапаров, саммит лидеров стран Центральной Азии является свидетельством единства и взаимопонимания, готовности к открытому и взаимовыгодному диалогу. Президент выразил глубокую убежденность, что выбранный странами курс на региональный диалог послужит ключевым фактором процветания региона и достижения народами благополучия. Главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии акцентировали внимание на том, что к предстоящей 21 июля встрече лидеров стран Центральной Азии подготовлен солидный пакет документов и выразили уверенность в том, что завтрашний саммит на Иссык-Куле придаст новый импульс отношениям между государствами Центральной Азии. Уважаемые министры, от качества вашей работы, ваших усилий, диалога и взаимопонимания на уровне внешнеполитических ведомств напрямую зависит успешность региональных инициатив и позиционирование нашего региона как единого целого. В условиях непростой международной обстановки хотел бы призвать вас сообща отстаивать и продвигать общие интересы региона во благо народов наших государств, дать соответствующие поручения дипломатам, находящимся в посольствах и многосторонних структурах. Глубоко убежден, что выбранный нами курс на оригинальный диалог послужит ключевым фактором процветания региона, достижения нашими народами благополучия.